лекция сексопатолога в воинской части. Значит, сексопатолог начал лекцию и говорит: среди всех групп населения я бы выделил три основные группы, которые склонны к супружеской измене. На первом месте это артисты, на втором художники, ну а на третьем месте военные. Поднимается капитан и говорит: ну, с художниками, артистами это все понятно. Люди искусства, богема. Вот. Ну а за что вы так с военными? Вот я, например, 15 лет живу со своей женой и ни разу ей не изменил. И тут же поднимается полковник и говорит: слушай, вот из-за таких мудаков, как ты, мы на третьем месте.